Впервые городской турнир по карате предваряли детские старты. К участию в боях не допускаются спортсмены младших возрастов. И для них веселые соревнования стали хорошей возможностью мирно выплеснуть свою энергию и удовлетворить страсть к победе. Призы они получали из рук организаторов и добродушного каймана, символа известного в Одинцовском районе спортивного клуба. Участие же непосредственно в кумите приняло 217 спортсменов из 20 команд. Каратисты съехались на открытое первенство города не только из Москвы и Подмосковья. Приехали сильные бойцы из Самары, Тулы и Нижнего Новгорода. Как всегда, Одинцовский турнир отличает высокопрофессиональное судейство. Судейскую бригаду возглавлял заслуженный тренер Российской Федерации, судья высшей категории Дмитрий Котвицкий. На нашем турнире 200 человек, 20 команд. Турнир приобрел статус всероссийского. И в следующем году, если будет такое же количество людей, то, естественно, за первые места возможно будет присваивать звание кандидат мастера спорта и первой спортивной разведки. Турнир, на самом деле, получается очень сильным. Действительно, уровень бойцов, приехавших в Одинцово, внушал уважение. Практически все поединки отличались упорством и бескомпромиссностью. В некоторых случаях для определения победителя потребовалось даже проводить дополнительное взвешивание. Откровенно слабых спортсменов не было даже среди новичков. С момента возникновения открытое первенство города было удобной стартовой площадкой для молодых спортсменов. Впервые на наших соревнованиях принимают участие начинающие мужчины. То есть это мужчины старше 18 лет, которые только начинают свой путь в карате, начали заниматься, так сказать, и тоже не имеют ни титулов, ни разрядов. Вот мы тоже даем им возможность стартануть, то есть, ну и показать себя, попробовать, ну, что это такое в соревновательном процессе, а не только в тренировочном. Вот. Помимо этого, принимают участие большое представительство ветеранов, то есть ветераны от 35 до 49 лет. То есть это тоже большой плюс. На ветераны всегда показывают очень хорошую технику. То есть и у них есть чему поучиться. Призов было много, ведь победители определялись сразу в нескольких десятках весовых и возрастных категорий. Для опытных каратистов Одинцовское первенство является хорошей подготовкой к предстоящему чемпионату России. Все участники турнира отметили хорошо продуманную организацию этого масштабного спортивного мероприятия. Была проделана очень большая работа. Было задействовано очень много служб, коллективов. Хочется отдельно благодарить коллектив волейбольного центра, в котором нас принимает. Личная благодарность мэру Гусеву Александру Бертовичу. Этот турнир проходит под его эгидой. Хочется поблагодарить Федерацию Кюкусинкай Москвы, Московской области. Вот, спортивный клуб «Кайман», который в основном судьи, которые представлены на татами, это ученики или выходцы из спортивного клуба «Кайман». По итогам командного первенства кубок мэра города остался в Одинцово. Его выиграли каратисты из спортивного клуба «Олимп». Петр Горохов, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцово».